Представляем вашему вниманию новый спортивный нитродвигатель GoEngine GX2+. Данный 7-портовый двигатель представлен в двух комплектациях. Первая комплектация включает в себя двигатель с двумя сменными футорками на 7 мм и 8 мм, прокладку под головку цилиндра, запасной шатун с пальцем и стопорными кольцами, инструкцию по эксплуатации и взрыв-схему двигателя. Второй комплект – это уже комбо-набор, состоящий из двигателя, настроенной выхлопной системы, глушитель плюс манифолд, четырьмя сменными футорками различного диаметра, прокладкой под головку цилиндра, а также запасным шатуном, пальцем и стопорными кольцами. Тут даже есть фирменные наклейки на вашу модель. Традиционно в набор входит инструкция и взрыв-схема двигателя. Данный набор позволяет установить двигатель под ключ без каких-либо доработок. При изготовлении двигателя GoEngine работает жесткая система контроля качества. Каждый двигатель имеет свой серийный номер на картере. Большая рубашка охлаждения изготовлена из алюминиевого сплава. Отлично охлаждает двигатель. В двигателе используется сменная головка цилиндра и турбосвечки. Два масляных подшипника скольжения на шатуне для долговечной работы двигателя. Передний подшипник коленвала закрыт сальником, что продлевает срок службы и защищает шарики подшипника от грязи и пыли. Карбюратор оснащен тремя иглами для максимально точной настройки. Новый картер двигателя изготовлен с большим количеством ребер для максимального охлаждения двигателя при максимальных нагрузках. Итак, двигатель GX2+, 21 класса, с объемом 3,5 кубических сантиметра, имеет мощность 2,8 лошадиных силы, а его рабочие обороты составляют от 6 до 40 тысяч оборотов в минуту.